Музыки звук, суета за кулисами, радуги праздника, ночи без сна, школьные тетради до корки исписанной, точку сегодня поставит весна. Всех кутерьма закружила весенняя, наши ошибки, успехи, свершения, но, как обычно, в положенный срок все подытожит последний звонок. Завершилось беззаботное детство, впереди взрослая, самостоятельная жизнь. Песня о школе в эфир. Сжалось тревожно сердце, грусть этих песен понятна. Вот и окончилось детство. С грустью, со школой прощаясь, частицу ее волшебства в сердце хранить обещают виновники торжества. Дорогие друзья, под бурные аплодисменты встречайте выпускников 2015 года! Экзамены, которые вы будете, я уверен, сдавать в высшее учебное заведение, порадовали своими баллами, с которыми вы беспрепятственно могли бы пройти и поступить в намеченные вами вузы. Удачи вам, счастья, любви и всего самого хорошего. Сегодня у вас в жизни день непростой. Вы его запомните, вы к нему готовились, потому что вы ощущаете это волнение перед экзаменами. Вы ощущаете некую еще неуверенность перед той взрослой жизнью, которая вам предстоит вступить. Она очень сложная, очень непроста. По благодати человека любим, всегда ныне присной во веки веков. С праздником, с праздником последнего звонка. На линейку к вам пришли мы, чтобы вас приободрить, старшеклассникам родным путь дорогу проводить. У вас там были метр шапкой, когда пришли вы в первый класс. Теперь вы стали выше папы, и голос ваш зовется бас. И желудок был тогда словно у котенка, а сейчас вам только дай, съедите зеленка. Кто видел в первом классе вас, узнают все.
смотрели с удивлением. Теперь серьезное лицо и взгляд такой уверенный. Вы повзрослели, спору нет. Все в жизни не понимаете. И объяснение в любви уже, наверное, знаете. Думаю, вам теперь за двойки не грозит головомойка. И не будете в тоске вы теперь плестись к доске. Представляем, как вам трудно, слезы капают из глаз. Уходите из школы грустно, как мы понимаем вас. И поэтому всем классам мы устроили совет. Долго думали, решили подарить вам свой презент. Чтобы скромный наш платок вас спасал в ненастье, чтобы им вы утирали только слезы счастья. В надежных руках будет школа родная, вы можете смело по жизни идти. Попутного ветра мы вам пожелаем здоровья, успехов, удачи в пути. Навсегда мы запомним 1 сентября, когда вы завели нас в школу и отправили в удивительную страну знаний. Мы хотим, чтобы дружба наша не кончалась. И сегодня мы вручаем вам приглашение на наш выпускной вечер, который состоится через 10 лет в 2025 году. Дорогие наши выпускники, уважаемые родители, позвольте мне от имени нас, первоклассников, учителей и их родителей, поздравить вас с самым ярким и торжественным днем вашей жизни. Пожелать вам, чтобы вы по этой жизни шли смело, радостно и легко. Так быстро облетели листики календаря, соединив осень и весну. И вы уже не те беспомощные голчата, которых мы вели в школу 1 сентября. Теперь вы смотрите на мир осознанно и уверенно. Удачи вам, ребята! Успехов! Будьте красивыми, добрыми, сильными. Счастливой дороги вам, дорогие мальчики и девочки. Веселых звонков и школьных открытий. Очень скоро со школой простимся. Прозвенит наш последний звонок. Мы тревожно за парты садимся, как когда-то на первый урок. В этих стенах добро нас учили. Шли мы в школу, как в нашу семью. Здесь мы детство свое проводили. Здесь мы встретили юность свою. Все останется позади. Впереди большая дорога. Говорим мы школе прости. Не суди нас, пожалуйста, строго. Но вам, дорогим, родным, самым лучшим на свете нашим, удивительным учителям, мы большое спасибо скажем. Нас простите за все грехи, что за годы мы эти творили. Мы вину признаем свою, мы не самыми лучшими были. Спасибо вам за то, что вы нас так любили, хотя и строгими бывали к нам почас. За то, что вы нас думать научили, за все, что сделали для нас. Отсюда последние уроки. Грустно проснется вам прощальный. Пропоем о школе мы еще раз эти строки. Романтик торжественно печальный. Пропоем о школе. Навстречу судьбе. Пусть шары взлетают, дети пусть мечтают яркими мечтами сказочных цветов. Ну а вы сегодня, став выпускниками, отпускайте в небо фейерверк шаров. Ура, мы улетим.
остекленел, а на душе смятение. У девчонок слезы, почему? Так мы ждали этого мгновения, столько лет готовились к нему. Близкую и чуточку далекую, школу, наш второй родимый дом, словно память светлую и строгую, мы с собой в сердце носим. Счастья, здоровья, исполнения всех ваших желаний. И пускай обязательно ваше прекрасное далеко будет прекрасным, радостным и замечательным. Бурные аплодисменты! Провожаем выпускников 2015 года.